Карачаево-Черкесия активно помогает военнослужащим и мобилизованным из республики, участвующим в специальной военной операции на Украине. В рамках акции «Народный фронт. Все для победы» студенты двух колледжей Первомайского и Черкесска пошили несколько сотен спальных мешков, толстовок и других теплых вещей. Подробности у Мурата Джанкезова. Пошивом спальных мешков и одежды занимаются студенты профессиональных образовательных учреждений, обучающиеся по направлению технология легкой промышленности. Республиканское отделение Народного фронта помогло закупить специальные ткани и необходимую фурнитуру. Пошита уже партия спальных мешков. Пошиты по технологии, по всем правилам. То есть они непромокаемые, теплые. Это такие посылки к Новому году, которым каждый солдат будет рад. А еще девчонки сделали красивые кармашки, в которые положили, вы видите, собственноручно написанные послания, поздравления с Новым годом, слова поддержки, такие теплые домашние весточки. Недавно Первомайский колледж из Малокарачаевского района привез в сборный пункт гуманитарной помощи сшитые учащимися партию теплых толстовок для мобилизованных. А в пошиве спальных мешков приняли участие одни из лучших студентов техникума республиканской столицы. И хотя они специализируются в основном на легкой одежде, здесь же им предстояла задача сшить предмет походного быта солдат в соответствии с технологиями заводов, на которых изготавливают такие вещи. Наши студенты, наши преподаватели вложили максимум своего душевного тепла, тепло своих рук в эти изделия для того, чтобы им было хоть как-то теплее в это сырое время, на улице зима, чтобы они не замерзали. Хоть наше тепло, тепло наших сердец, наша поддержка, наша надежда на победу, чтобы как-то согревало их в эти тяжелые для них времена. Когда преподаватели нам сообщили, что мы можем хоть чем-то помочь нашим солдатам, поддержать их, отправить чуточку себя, чуточку тепла, мы очень обрадовались и, конечно, решили принять участие в нашей акции. Первая сотня изделий уже готова. В каждый мешок студенты положили конверты с пожеланиями на Новый год и скорейшего возвращения с победой. А еще учащиеся и педагоги колледжа заверили, что в случае необходимости готовы увеличить объемы производства. Мурат Джанкезов, Олег Молхожев, Вести Карачаево, Черкесия.